Сегодня на чемпионате завершилось голосование за лучшую фигуристку. По итогам голосования сезона 2023-2024 первое место заняла россиянка Камила Валиева. Второй стала российская фигуристка Маргарита Базылюк. А на третьем месте расположилась японка Каори Сакамото. Напомним, в январе текущего года КС дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой за этот период аннулированы. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Обязательно ставьте большой пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропустить наши новые видео.